Приветствую вас на канале «Вкусный уголок». Сегодня приготовлю салат без майонеза к праздничному столу. Продукты, которые потребуются, вы видите на экране. Итак, приступим. Я взяла куриную грудку. В сыром виде у меня было 600 грамм. Я ее отварила без добавления соли и остудила в этом же бульоне, для того, чтобы она оставалась сочная. И теперь ее нужно порезать некрупными кусочками. Вот посмотрите, у меня получилось вот так. Теперь сюда же я порежу небольшой пучок зеленого лука. 100 грамм оливок без косточки. У меня вот такие маленькие, я буду их резать пополам. Если у вас большие, то можно порезать на 4 части. Затем берем 50 грамм грецких орехов. Их нужно немножко подсушить. Я это сделала в микроволновке, но можно в принципе просто на сковороде. И теперь их нужно крупно порубить. Вот примерно вот такие вот кусочки должны быть. Теперь большая банка красной фасоли консервированной 400 грамм. Я слила лишнюю жидкость и выкладываем ко всем ингредиентам. Добавляем соль и перец по вкусу. Я добавлю вот так вот немножко соли и немножко черного перца. Сюда же 2 чайные ложки лимонного сока, 1 столовая ложка соевого соуса и 2-3 столовые ложки растительного масла. И теперь нужно все это хорошо перемешать. Вот такой сытный и очень вкусный салат я хочу предложить к праздничному столу людям, которые не очень любят майонез. Также по желанию маслины можно заменить на соленые огурцы, получается тоже очень вкусно. Так что обязательно готовьте, оставляйте свои отзывы и не забудьте подписаться на канал, чтобы не пропустить новые видео.